Почему ушла куда-то мимо ворот. Ну и Оливер Каски от авангарда. И Каски тоже забивает. Так что 2-0 в этой буллитной серии. Победу одерживает авангард. В общем, получается сегодня какой расклад. 4-1 в основное время в пользу авангарда. 1-0 в овертайме в пользу Витязя. И 2-0 в буллитной серии тоже в пользу авангарда.